Вы знаете, что совсем недавно, значит, вот этот одиозный, своеобразный армянский блогер, армяноязычный блогер Вартан Гукасян обращался к армянам, проживающим вот в этих вот местах, в селах, которые должны были оставить и покинуть и передать азербайджанцам. Он обращался к ним, чтобы они сжигали свои дома, и он обеспечит их жилищем, то есть где они потом захотят купить жилище, в Карабахе или в Армении. Он берет на себя, значит, покупку их жилищ. И по его словам, он обеспечил троих людей, вот тех троих, которые сожгли свой дом, он обеспечил их жильем, то есть он купил жилье. То есть он призывал армян сжигать дома свои, чтобы они не достались азербайджанцам. Появился какой-то четвертый человек, который тоже сжег свой дом. И вот он в этом видео очень интересно обращается к дашнакам и другим представителям оппозиции в Армении, чтобы они помогли купить этому четвертому человеку, на которого у него уже не хватает денег. Видимо, кто-то его спонсирует, он таким образом участвует в обеспечении их жильем. Вот эти три семьи, три человека, которые поддались его вот этой вот этому его призыву и сожгли свои дома. Ну, на четвертого не хватает денег, он обращается к дашнакам. И обратите внимание, что он говорит. А вы знаете, что интересно? Что там была ГЭС в этом селе Агавно. Она принадлежала дашнакам, это ГЭС, которая была продана азербайджанцам. Ни один болт не был снят с этой ГЭС. Говорят, что за этим ГЭС стоял Локян, тот, у которого нос отсюда и аж до Абу-Даби. Фактически, снова история показывает, что дашнаки – торгаши. Фактически, снова история показывает, что дашнаки – торгаши. Фактически, снова история показывает, что дашнаки – торгаши. Снова и снова. Я ничего не обещаю Карену Акупяну, тому четвертому, кто сжег свое жилище, но при появлении возможности я постараюсь помочь. Сейчас я обращаюсь к тем детям, так называемым политическим деятелям, оппозиции и так далее, кто критикует Вартана Гукасяна. Так один дом вы дайте, ублюдки. Дашнаки, дайте дом. Робик, где он? А, вот, дом дай. Ты дашь? Вот тебе ты дашь, нет? Сержик, ну дайте дом. Дадите? Потому что вы ублюдки. Дашнак, Робик! Кота! Арраче, Сержик, Патунтовик, Катак, вот и думаю, не тарай.